Так, у нас сегодня кормление лошадей. Косим траву уже свеженькую им. Вот где-то тонну скосили сегодня. Даем первый день им траву. Пашу пока не выпускаем, еще дней 5. Загород еще не сделали. Василий Васильевич нам помогает. Сегодня Иван Иванович там загород городит. Ну-ка сюда все! Половина там, на том дворе ходит коней. Вот у нас посад второй. Вместо трактора работает уже 2 года. Заменяет любой трактор нам. Вот мы с Иваном Ивановичем натягиваем проволоку на электропастух. Иван Иванович буксует немного, да? Что, Иван Иванович? Я тут натяну, подожди. Блять, не могу. Скажи что-нибудь. Жене ты, Иван Иванович. Татьян. Сегодня 18 мая. Первый день мы выпускаем коников на пастбище. Сейчас посмотрим, что будет. Будут носиться сейчас, хотя бы они нам не прорвали ограждение. Кось. Кось. Иванович, выгоняй! Здорово, Карина. Все, да? Она придет. Видишь, Ваня, никаких проблем, ты говорил. Кони у нас хорошие, никуда не рванули. Не, не надо. Пошли на ту сторону к пастуху, чтобы не порвали. Пускай лучше в ту сторону идут. Заверни их в ту сторону, пускай лучше идут туда. Вы туда. Алена. Иван Иванович, как дела? Все нормально пока. Трава хорошая, будут кушать, коники будут сыты. Мы ждали, чтобы трава выросла по колено. Отлично. Вот это все поле. Где
10 гектаров. Классик он. Ходят спокойно, не носятся. Мы думали, что они сейчас будут носиться, порвут, все тут поломят. Без проблем все.